На днях простились с волонтером Иваном Скрипниченко, который 15 августа был избит во время дежурства на Большом Москворецком мосту, который вы именуете мостом Немцова или Немцов мост. Ровно 2,5 года вы сталкиваетесь с таким довольно серьезным противостоянием. С чем вы связываете такое противостояние в первую очередь? Если вы помните «Мастера и Маргариту», то там есть такая сцена, которая называется «Платок Фриды». Понятно, что убийство Бориса Ефимовича Немцова – это убийство политическое, это убийство резонансное. Вот прошел суд, стрелочники наказаны, а имена заказчиков оглашены так и не были. Однако же мы все понимаем, чья это рука, мы эту руку узнаем, этот почерк нам знаком. И естественно, что те, у кого рыльца в пушку, не хотят, чтобы им показывали этот платок Фриды. И именно этим можно объяснить то, что против нашего мемориала, созданного стихийно, постоянно возникают какие-то противодействия со стороны властей и со стороны гормоста, и со стороны провокаторов из разных черносотенных организаций типа «Ноды» или «Серба». Этим же можно объяснить, наверное, то, что когда оппозиционные депутаты делали запрос еще в 2015 году в Мосгордуму с просьбой установить памятный знак на месте убийства на мосту, они получили отказ. Еще год спустя было собрано более 30 тысяч подписей на имя мэра Москвы Сергея Собянина. И тоже было отказано, тоже были чисто формальные отписки. Вот, и объясняется это именно тем, что раз на варе горит шапка, и это озвучивают уже практически все, как-то вот... Григорий, вы так уверенно об этом говорите, однако же нет никаких оснований думать, что заказ мог поступить из Кремля. Но, во всяком случае, никто такого серьезного расследования по этому поводу не проводил. И ваша волонтерская группа в том числе. Ну, по понятным причинам у вас нет ресурсов, естественно, да? Но, тем не менее, вы берете на себя смелость утверждать именно так. А почему? Я не утверждаю, я, как бы сказать, предполагаю. Вы идете эмпирическим путем? Да, я предполагаю, и не только я, кстати, предполагаю. Просто хотя бы тот факт, что во время суда не были вызваны там ни Кадыров, никто, несмотря на то, что адвокаты, как бы сказать, адвокат Прохоров, как бы сказать, хотел это сделать. И несмотря на то, что даже, вот, как бы сказать, Еремеева как бы вывели практически из процесса. Это говорит о том, что кому-то это выгодно. Вот есть такое латинская крылатая фраза «qui prodest». Вот «qui prodest». Вот я задаюсь этим вопросом «qui prodest». И на основании этого вопроса я вот делаю вот такие предположения. Это довольно смелые предположения. Предположения, за которые вас могут, например, привлечь к ответственности. Ну, скажем так, у меня столько было административок за пикеты и так далее, что я как-то уже, когда я пришел в протестное движение, у меня такое вообще сложилось впечатление, что я уже, как бы сказать, потерял страх.
Вы пришли на мост позже, год спустя, да, после гибели Бориса Немцова? Практически сразу после первой годовщины, да. То есть, нет, то есть я на мосту бывал и раньше, но я раньше приходил как гость. У меня среди дежурных были друзья-приятели, но сам я, как бы сказать, был просто их приятелем сначала. А потом я понял, что так, а я готов тоже выйти на эту площадь. Вы туда приходите как на работу. Ну, в какой-то мере это и есть работа. Только единственное, что она такая бесплатная. Это, за это деньги не платят. И, собственно говоря, и не надо. Это не то, что работа. А я бы сказал так. Это гражданская позиция. Потому что вот в какие-то более, условно говоря, вегетарианские времена я не так политически активен. Но когда времена становятся людоедскими, то приходится выйти на площадь. И тут как бы быть ни при чем, сидеть на диване, как-то вот совесть не позволяет. Но, тем не менее, теплится какая-то надежда на то, что власти хоть когда-то, да, прислушаются к вам и установят на Москворецком мосту, ну, хотя бы памятную табличку? Или же это все такой выхлоп в воздух? Вот интуиция мне подсказывает, что рано или поздно это будет сделано. И точно так же, как стоит на пересечении Нового Арбата и Садового кольца стела в честь погибших в туннеле мальчиков, которые защищали Белый дом в августе 91 года. Точно так же, как на Лесной улице, где в лифте была убита журналистка Анна Политковская, тоже стоит мемориальная доска, висит мемориальная доска, где сказано, что в этом доме она была убита. Точно так же будет табличка и на Большом Москворецком, который сейчас уже в народе называется Немцов мост. На мосту тоже. Но когда это произойдет, трудно прогнозировать. Вангой мне быть трудно. Но все-таки вы понимаете прекрасно, что и стелла в память погибших молодых людей в августе 91 года, и стелла в память Анны Политковской и многих других, установлена людьми, которые имеют, ну, хоть какие-то ресурсы. У вас таких ресурсов нет. Ни политических, ни тем более материальных, естественно. Ну, допустим, да? Скажем так, у нас мы, вот вы кого называете мы? Просто вот дежурные волонтеры, конечно, да. Мы люди небогатые. У нас, как бы сказать, у нас человек там 30 с небольшим, таких вот активных дежурных. Ну и плюс еще по выходным дням выходят представители движения «Солидарность», которых тоже примерно столько же. Вот. А у нас как бы две группы дежурных по выходным «Солидарность» и вот группа независимых волонтеров, которые дежурят по будням. Естественно, что мы все люди небогатые. Но дело в том, что есть же, как бы сказать, другие, мы можем, как бы сказать, просить, мы можем добиваться, мы можем, допустим, собрать подписи. Вот, например, Михаил Яковлевич Шнейдер, член движения «Солидарность» и партии «Парнас», регулярно по выходным дням дежурит на мосту и собирает подписи за то, чтобы за международное расследование убийства Немцова. Он же собирал подписи вот Собянину, о которых я говорил раньше. Вот, просто мы можем просто просить. Нам главное добиться того, чтобы власти, как бы сказать, признали, что это сделать надо. Это надо, потому что Борис Немцов, это был не Иван Иванович Иванов условный, а это действительно политически очень значимая фигура в нашей новейшей истории. И я считаю, что это сделать необходимо. Ну, именно потому, что значимая фигура в новейшей истории, политическая фигура прежде всего, именно поэтому, собственно говоря, вы и встречаете вот это противостояние бесконечное. Безусловно. Причем, скажем так, Борис Ефимович Немцов в последнее время действительно стал очень опасен для Путина, для
его окружение. Ну, Путин-то с вами не согласен. Он-то как раз и заявлял сразу же после гибели Бориса, что он не представлял никакой опасности для него лично и для власти вообще. Понимаете, сказать он может все, что угодно. Но дело в том, что последний доклад, который Борис Ефимович не успел закончить, потом Илья Яшин и другие его соратники его, как бы сказать, закончили, он называется «Путин. Война». И если вы его читали, то вы понимаете, что это действительно, особенно вот в тот момент, когда была какая-то ура-патриотическая эйфория по поводу Крыма и по поводу всех последующих событий на востоке Украины. И его доклад в плане прорыва информационной блокады действительно вызвал взрыв разорвавшейся бомбы. Вы согласны с этим? Давайте вернемся к судьбе Ивана Скрипниченко. Да? В ваших кругах смерть Ивана уже назвали убийством. Это действительно так? И если это убийство, то надеетесь ли вы на какое-то расследование его гибели? Дело в том, что и у Ивана не было практически, он был абсолютно здоров до того самого инцидента, который произошел на мосту вечером 15 августа. После того, как этот подонок его ударил по лицу и разбил ему нос, он поехал сначала в ОВД «Китай-город» писать заявление, а потом снимать побои в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Вот. Потом там снял побои, в общем, его выписали, а после этого начались осложнения. И когда он был последний раз на мосту, одна наша волонтерша сделала фотографию, которая оказалась последней фотографией Ивана Скрипниченко. И там, несмотря на то, что она фотографировала с дальнего ракурса, все равно при увеличении видно, что у него просто гематома образовалась, очень тяжелая. И несмотря на то, что вскрытия в итоге не было, но тем не менее сейчас уголовное дело вроде бы завели, но в то же время уже официально объявили, что якобы это несчастный случай. Но тем не менее я все-таки уверен, что взаимная связь между избиением и его внезапной смертью существует. Он, между прочим, кстати, серьезно занимался боксом, как выяснилось. И сам он рассказывал не мне, а нашим общим друзьям, тоже волонтерам, что то, что в тот вечер его он просто не увернулся от удара. Если бы там был какой-то, он находился бы где-то вот, ну, в другой позе и так далее, то он мог бы ему дать сдачи. Ваня был очень здоровый парень. И было-то ему всего 36 лет, я подчеркиваю. Здоровые молодые люди в 36 лет внезапно так не умирают. Вы сказали, этот подонок, вы знаете, о ком говорите? Я знаю со слов волонтера Михаила Силича, Михаила Михайловича, который был единственный свидетель этого инцидента. И со слов других дежурных, которым сам Иван, светлая ему память, в подробностях это рассказывал. 15 августа было 900 дней со дня гибели, и поэтому ближе к минуте молчания, в 23 часа 31 минуту, очень многие приходили волонтеры, которые даже вот, они, их не было в графике вот в этот день. Я вот тоже иногда, не только в свое дежурство, но когда я нахожусь где-то рядом, в центре, я, например, тоже на минуту молчания прихожу просто вот помянуть Бориса Ефимовича. И вот Иван, кстати, тоже на самом деле было не его дежурство. Он пришел для того, чтобы дождаться минуты молчания и потом поехать. И были и другие тоже. Но дело в том, что только Силич, он был единственный, который видел этого подонка. Он говорил, что он был вместе с женщиной, которая
Он задавал провокационные вопросы: ты за что Путина не любишь, там, а в армии ты служил и так далее. А эта женщина, она его только вот подначивала, своего кавалера. Вот. И, в общем, словесная перепалка. Таких вот неадекватов, недоброжелателей мы за время своих дежурств, мы дежурные, видели очень много. Вы же анализируете ситуацию, наблюдаете за людьми, которые подходят к мемориалу. Кого больше, доброжелателей или недоброжелателей? Ну, я скажу так, по моим наблюдениям, уже сколько, уже года полтора, как я дежурю, 50-50. Потому что бывают абсолютно доброжелательные люди. Некоторые, например, проходят мимо. Они вообще, как бы сказать, не знали, что оказывается здесь. Смотрят удивленными глазами. Так это здесь его убили? А потом говорят: ой, надо, а где у вас ближайший цветочный магазин? Мы хотим цветы оставить. Бывают абсолютно просто пьяные идут. Вот идут просто подвыпивший человек. Вот даже сегодня во время нашего пересменка между 6 и 7 утра я пришел сменить двух, значит, которые дежурили ночью, двоих наших волонтеров. И именно в этот момент прошел один человек, который сначала подумал, что здесь цветочный базар. А почем у вас букетик? На мосту. И такое, кстати, не первый раз такое бывает. Потому что люди не знают, они думают, что здесь просто продают цветы. Вот. Приходится им объяснять, что это не цветочный базар, а это мемориал, это место убийства. Так вот, сегодня, я просто возвращаюсь к сегодняшнему случаю, точно такой же случай. А почем? Мы объясняем, что, простите, но здесь вот убили человека, вот видите, вот тут стоит табличка. То есть вы еще таким просветительством занимаетесь? Да, безусловно. Так вот, несмотря на то, что этот человек был сильно под шофе, он удивился, потом: ой, серьезно, здесь? А дальше он начинает нам, волонтерам, совать деньги. Вот это вам, как бы сказать, на развитие. Мы, естественно, говорим, что простите, но мы наличных денег мы не берем. Заходите на сайт немцовмост.орг. Там есть страница, как бы сказать, как нам помочь. У нас есть цветочный фонд со счетом. И поэтому все направляется туда. Наличных мы не берем. Вот это. Вы почти ответили на вопрос, который я хотел вам задать. А где деньги Госдепа? Вот. Значит, я скажу, полностью отвечаю. У нас существует два фонда. Первый фонд – это фонд чисто цветочный. Это тот самый счет, который указан на сайте немцовмост.орг. И регулярно туда поступают различные, как бы сказать, поступления от граждан, и как со всей России, так и из-за рубежа тоже. И его постоянно используют после зачисток гормоста. То есть, когда приезжает гормост со своей зондеркомандой, когда происходит, значит, погром и зачистки, естественно, мемориал становится пустой. Все, вот тут как раз на следующее утро, а иногда и сразу, опять покупаются цветы, и опять он в том же самом виде. То есть, как феникс, возродившийся из пепла. Ну и второе, это уже чисто для технических нужд дежурных. У нас среди дежурных есть человек, который как бы казначей. И эти средства идут на чисто технические нужды, например, на камеры-регистраторы, например, на специальную зимнюю одежду для дежурных, потому что вот, вот у нас у многих есть, особенно у тех, кто дежурит ночью, дежурит зимой. На мосту температура ниже, чем даже в среднем по Москве, потому что это место продуваемое. И, например, когда уже наступала весна вовсю, по всей Москве, на мосту еще был конец зимы. И когда уже наступило лето, там еще конец весны. Нам нужен всякий инвентарь, там, типа секатора для цветов, чтобы там приводить цветы в порядок, там обрезать эти самые стебли.
нам нужны, как бы сказать, средства на то, чтобы делать новые портреты и новые рамки. Для этого не кажется ли вам, что вот подобная организация, к которой вы стремитесь, выхолостит саму идею стояния на мосту? Вы пытаетесь это как-то все формализовать, да? Вот возникает такое ощущение. Вы пытаетесь создать там некую структуру, которая бы стала чуть ли не официальной. Нет, ни в коем случае. Нет, вы ошибаетесь. Ну, послушайте, весь этот антураж, который вы только что упомянули, он как раз на это и намекает. Нет, мы как раз... Был даже случай, когда один человек нам предлагал создать что-то типа какого-то там ООО или чего-то еще. Вот, для того, чтобы как бы нас легализовать. Но мы от этой идеи отказались, потому что мы как раз не хотим превращаться в что-то наподобие, там, я не знаю, той же солидарности и так далее. То есть то, что называется движение «Немцов мост», как раз и отличается от других тем, что у нас принципиально, как бы сказать, у нас нет лидера. У нас нету никакого, как бы сказать, ни председателя, ничего. У нас есть только, условно говоря, цветочный фонд, который занимается только цветами. И у нас есть человек, которого мы голосованием избрали бухгалтером именно на всякие нужды для дежурных и для инвентаря. И все. Больше у нас нету ничего. Слушайте, не поэтому ли вас очень многие ваши оппоненты, противники, как угодно, обвиняют в меркантильности? А меркантильности никакой нет. Мы с этого ничего не имеем. Вообще. Вот. Лично ни я, Григорий Симаков, ни другие дежурные лично с этого не имеют ни копейки. Даже держатель цветочного фонда и даже наш бухгалтер лично не получил ни копейки от наших действий. Я теперь хочу обратиться к письму Жанны Немцовой, дочери Бориса Немцова, которая, собственно, обратилась к вам, да, к волонтерам, сразу же после гибели Ивана Скрипниченко. Вот она пишет, что не писала раньше, потому что движение ваше всегда считало независимым и самостоятельным. И Жанна пишет: «Я боялась, что вы воспримете это как попытку руководства вами, чего я совсем не хочу делать». Я процитировал это письмо. Я понял. Кстати, между прочим, она действительно, как бы сказать, в этих ее словах есть доля, очень большая доля правды, потому что мы действительно, вот группа наша небольшая, мы не хотим, чтобы кто-то нами командовал, и в том числе и среди нас. То есть мы, как бы сказать, не хотим, чтобы и среди нас был какой-то лидер, и чтобы, тем более, чтобы кто-то еще направлял извне. Но тем не менее, вот кроме Жанны Немцовой, я что-то не слышу никаких имен, которые бы высказывались, ну, не то чтобы в вашу поддержку, а высказывали хотя бы какое-то сочувствие, да? Я имею в виду либеральных политиков, например, да? Наша группа независимых волонтеров работает, как я уже говорил, выходит на дежурство по будним дням, а «Солидарность» дежурит по выходным. Вот. Но, тем не менее, несмотря на то, что вот у нас, как бы сказать, свой график дежурств, у них свой, но, например, в каких-то очень тяжелых вот ситуациях, которые вот, когда нужна взаимовыручка, нас выручает.